Это предприятие достигло замечательного успеха, в первую очередь благодаря усилиям генерального директора Николая Николаевича. Очень правильный коллектив выстроил очень правильную работу с этим коллективом. Рабочая группа работала под его ежедневным неусыпным контролем, выполняла все мероприятия в соответствии с методикой Федерального центра компетенций, что не могу не привести к замечательному результату, который мы сегодня все с вами увидели. Поэтому спасибо большое рабочей группе, спасибо большое генеральному директору и большое спасибо правительству Оренбургской области за поддержку национального проекта.